А в Иркуту засыпало снегом. К летним холодам жителям заполярного города не привыкать, но июльская метель даже для них редкое явление. А лето сейчас напоминает лишь зеленые листья на деревьях. В снегу газоны и цветы, а на дорогах ледяная каша. Прогнозы синоптиков неутешительные. Снег с дождем будут идти до конца недели. В мэрии в Иркуте обещают досрочно включить отопление. Обычно сезон начинается в конце августа.